И всем привет-привет-привет. Продолжаем проходить. Всем приятного аппетита и приятного просмотра. Так, сегодня мы пройдем что-то интересное. Вопрос только в том, что. Так, мы в тот раз сделали под конец какое-то доп-задание и нас куда-то перекинуло, чтобы его сделать. Не помню куда, не помню где. И не помню когда. А, вот сюда. Я думаю, надо закончить. Вот. Но перед этим хочу попросить вас поставить лайки, подписаться на канал, порекомендовать его своим друзьям. Без вас, без ваших лайков и без ваших просмотров канал быстро не развивается. И мне очень приятно, что вы смотрите. И то, что вам интересно. И я хочу продолжать делать для вас интересный контент. Но мне нужны ваши лайки, ваши подписки, ваши рекомендации, ваши комментарии и вот это вот все. Так. Кто где кого? Ну, в смысле? Чё, пацаны такие, ребята, интересно. Так, что-то я не пойму, запись не идет, что ли? А, нет, запись идет. Ладно. Так, продолжаем продолжать. Ставьте лайки. Ни на что тебя не променяю. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, рекомендуйте мой канал, будем вместе развивать его. Если у вас есть какие-то советы, рекомендации и вот это вот все, жду. Пишите в комментариях. Если вы хотите какие-то определенные игры, либо определенные жанры, тоже пишите. Все в комментарии. Все прочту, на все отвечу. А что происходит? Что? Что такое происходит? Ага. Да что такое-то? О. Пошла. Давай, ну ладно.
Не, не понял. А, как понял. Комода, разбойники где-то здесь. Да хорош уж. Чё началось-то? Нормально же общались. Господин, вы меня освободите? Да уже. Если скажешь мне правду, над кем смеялись эти люди? Над кем? Над какой-то бедняжкой. Она влюбилась в Хару, главаря шайки. Сказала ему, где ее семья прячет рис. Ее звали Саки? Да. Саки. Саки. Думала, что Хару тоже ее любит. Но мерзавец перебил ее семью, забрал рис и бросил ее на произвол судьбы. А я стал орудием ее мести. Поди прочь. Саки. Надо бы поговорить с Саки. Кто ваш лучший воин? То есть здесь больше никого и ничего нету, да? Вернитесь к Саке. Блин, имя, конечно, ну вообще прям пипец. Ну, типа, в русскоязычном. Потому что чё тут все время тусуешься у моей лошади, а, чувак? Короче, имечко у нее так себе. Фантазии, что не хватало. Что происходит? Все это странно и горько, господин. Где Саки? Она утопилась в речке. Судя по всему, она винила себя в гибели семьи. Ее обманули разбойники, которых ты видел. Больше они никому не навредят. Спасибо, господин. Хоть что-то случилось к лучшему. Ну, смеющиеся разбойники. В конец задания хочу сказать, что... Ну, во-первых, начало можно посмотреть в предыдущем трансляции. Оберег грубой силы. Оберег нападения. Увеличение урона ошеломлением среднее. Ошеломлением. Или все это не нужно. Короче, такая вроде история-то интересная. Ну, если ее разобрать. Если что, был в трансляции, под трансляцией есть временные тайминги. На время тыкайте. Там есть название этого задания, и можно по всем пунктам пластинка пробежаться, которые были в предыдущей трансляции. Короче, как-то так. Не, вообще интересно. Вот это было, кстати, сначала вроде удивление, потом такой
Ага, потом такой думаешь, такой, ну ладно, и, как бы вот, ну вот хорошо. Как-то вот так вот. Вот такие впечатления у меня от этого задания. Ну, блин, три точки. Это почти как нормальная такая длительная побочка вышла. Хотя к серии обычных. Господин Сакай, помните статую на крестьянских землях в Куси? Какой-то юноша защищает ее от воров и разбойников совсем один. Это работа мастера Идзо. Юноше наверняка нужна помощь. Жаль будет, если статуя достанется захватчикам. Прошу, господин, сделайте все возможное. Мне торговец Сакэ рассказывал, как помогал вызволить... Так, где это? Не, ну я пока тут не хочу бежать. Во-первых, там очень большая карта на вид. Заданий там очень много. Но я еще здесь даже половину не сделал. Типа, что у нас здесь осталось? Как минимум. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И вообще хочется добежать. Покой матери отслеживает. С историей... Масака. Масака отправилась на берег Комодо. У меня тоже есть много причин туда вернуться, но Комодо все еще в руках монголов. Нужно поскорее найти Масака. Малый оберег пользы, два шелка. Я думаю, надо туда вернуться. Однозначно. Ну, в смысле, сбегать туда. И с ней поговорить. Здесь демоны провели страшный ритуал. Они вторглись в... Хорошо. Как туда спуститься? А, вижу. Красота. Аля, пота, красотища-то какая. Нормально едем, нормально будет. Нормально будет, когда нормально едем. Не, ну а что нет-то? Опа, флаг. Дай бог с ним. Если честно, на флаге вообще все равно. Мне вот задание, вот что-нибудь такое. Так, что у нас тут, судя по всему? Так, там незаметно и не прислушиваюсь, надо убить врагов. Давайте тогда уж деревню эту захватим. 6 стали. А 6 стали это так мало. Ой, у них их чехарда! Ты самурай, Карсу! У них
Все? Или как? Но это еще не все. Все. Теперь можно и так подраться. Пацаны, подходи, кто посмелее. Убейте монголов. Где у нас монголы? Что происходит? Кого? Где? Что? Зачем? Пацаны, спасение пришло. Сейчас все будет. Сейчас только найдем их всех. Ой, у ног их чарда! До свидания. Тоже до свидания. Пошли в дом. Здорово. И тоже до свидания. Не, ну это как-то даже легко. Кто-то остался. Где Кау? Зачем? Ну, я надеюсь, это все. Да ладно, ладно. И где еще? Пацаны, здорово! О, все что ли? Ну ладно. Так. И это все. О, супер. Пошлите дальше. По накатанной пойдем, как сюда. Говорится. Идем к заданию, собираем все побойчички, фигочечки. Отбиваем монголов. Так, что у нас, кстати, осталось-то? 21 освобождено из 24 из Зухара. А это значит, что осталось 3. Но я подозреваю, что где-то здесь и вот здесь будет. Типа вот тут где-то и вот тут. Ну, может быть, еще один здесь. И все. Ну, типа, здесь вряд ли, я что-то сомневаюсь. И просто интересно, что будет после того, как мы их всех освободим. Ну, вот здесь. Так, в какую сторону? Ага, понял. О, а там еще, смотри, что-то есть. Или это все то же самое? Ну хотя бы одну свинку за кошмарил. Так, здесь у нас что?
Ух ты ж. Вау, сколько ресурсов-то. Так, птица, ты меня куда-то хочешь привезти? Ну давай. Покажи мне что-то интересное. А, вижу. Столб чистит, отлично. Тьма Генбу. Генбу. Для воителей, которые держатся в тени. Ну, такое. Не, мне мои сейчас очень нравятся. Типа они прям белые такие. Такой сок. Прям сок. Здесь что, бамбук? И здесь бамбук. 150, 200. Но я думаю, в любом случае, если и качать, то, наверное, длинный лук. Что-то тут стойкость увеличится. Все, наверное. А. Ну и... Что у нас еще будет? Давайте здесь пройдемся. Поход делает место как раз, где игра началась. Ой. Ну, типа, помните вступление? Кто готов? Кто готов? Иди сюда. Один вообще убежал. Первый пошел, второй. Третий. Куда? Куда они побежали? Ну тот-то ладно, а это куда побежал? Тот-то вроде сдался. Короче, я к тому, что мне кажется, это как раз то самое место, откуда игра началась. Мы как раз здесь бежали, спускались. Там слева подбили мою лошадь, вон там. Типа... Вон там, в центре. Ну, короче, прям посередине. Но! Давай, Кагэ! Масако! Дзин! Вот это заезд и заехал. Давай. Благодарю за помощь. Вот это я зашел прям... В этот. В Махач. Прям зашел. Что вы здесь делаете? Ищу своих родных. Мужа я уже нашла. Осталось найти сыновей. Они погибли как воины, защищая дом. Ты видел, где это произошло? Нет. Кругом творился хаос. Я едва успевал следить за дядей. Давайте искать вместе. Значит, я здесь все-таки был. Покой матери. Но получается так, что это реально то самое место. Здесь на берегу я еще не искала. Давай поищем. Смотри, вон там. Чую, это не он. Он из ваших воинов? Да. И он один. Думаешь, бежал от боя? Когда ваш муж пал, весь клан Адати ринулся в бой, чтобы отомстить. Никто не отступился. Отрадно, что они остались верны до конца. Скажи, если еще увидишь наши знамена. Хорошо.
Скажу. Синие знамена, да? Я думал, это указатель такой. Типа, иди сюда. Ну, как бы несложно. Вон еще пачка. Масако, сюда. Знамя Одати. Одати. Он ехал верхом по берегу. Тогда мы пойдем в этом же направлении. Хорошо. Знамя Кикути. Я не узнаю его. Муж моей сестры сражался за Кикути. Ваш Шурин может быть неподалеку. Поищем его. Сейчас мне нужно отыскать сыновей. Занизился, пацаны. Одно из наших знамен. Мой конь. Да. Я тогда тоже чуть не погиб. Что произошло? Меня спас дядя. Мы отплатим ему тем же. Важно лишь то, что ты выстоял. Да. Кто он? Масанори. Он был совсем юн, но его отец стар для сражений. Так что он пошел вместо отца. Не только храбрый воин, но и верный сын. Да. Но где мои сыновья? Воин Нагао. Лучники Нагао убили многих монголов. В мастерстве им не было равных. Если бы сенсей Сикава был с ними. Так. Знамя твоего дяди. Когда в бою я увидел эти символы на павшем воине, то испугался, что это мой дядя. Только глупец не боится смерти. Да. Вверх по скалам. Наши знамена. Так вообще, как будто ваши знамена дальше всего прошли. Да, здесь я махался. По-моему, здесь я научился Удзикав, блоку. Близкий друг моих сыновей. Ну. Он бы их не бросил. Значит, они рядом. Тут у вас справа есть. Бросили своих мертвых гнить. Как негодную вещь. Нет. Сигисато! Ясунари! Как скот повесили. Давайте их снимем. Они должны быть рядом с семьей. Лежать вместе с женами и детьми. Добираться в Ряке сейчас опасно. Нет ли здесь важного для них места, где их можно похоронить? На маяке. Там они играли в детстве. Но маяк захвачен монголами. Сейчас порешаем. Мы его отобьем. Петек. Маяк в той стороне. Сейчас все сделаем. Сейчас все будет. Каге. Каге. Они всегда любили там лазить. Куга. Каге. Если где-то пропадали вечером, я знала, что они там смотрят на звезды. Каждому ребенку нужно такое место. У меня был кипарис, с которого я не хотел слезать. Пока я сидел наверху, казалось, что все возможно. Например, сломать шею. А у меня были гаражи. А отец говорил, что так люди взрослеют. А что думал твой дядя? Когда я гостил в его замке, лазать по деревьям уже не хотелось. Я всю жизнь провел, ну не всю жизнь, все детство провел на гаражах, в гаражах, между гаражей, за гаражами и все, что связано с гаражами. Не, почему?
карьеров. У нас и лес красивый, да и вообще много чего. И город прикольный. И вот эти вот все дела. Ну, гаражи были, да. Такое место прям отдыха. Вон они! Монгольские псы! Убейте монголов, охраняющих маяк. О, своего шмальнул. Будьте наготове. Может их больше. Поднимаются на холм. В траве. Смотрите, из леса! Они упорны! Мать, ты в меня попала! Хорош уже. До свидания. Идеально просто. Нормальный предводитель. Мать, ты где? Больше никого нет. Вроде это все. Ну, наверное, надеюсь. Какие-то печальные два задания. Точнее, под печальной концовки двух заданий. Значит, пора. Пора. Теперь принесем моих сыновей. Ну давай. Я запрещала им там ночевать. Даже когда они подросли. Всегда звала их домой. Когда умерла мать, я больше всего скучал о голосе, что зовет домой. Утешься тем, что она обрела покой. И они тоже. Один из убийц моей семьи разгуливает в Ариаке. Найди меня там, когда сможешь. Но сейчас я хотела бы побыть с сыновьями. Хорошо. Понимаю. Берегите себя, Масако. Да. Покой матери. Мощный такой момент. Вот, кстати, почему в некоторых играх побочки надо проходить? Потому что в такие моменты ты просто, ну, не прочувствуешь никак. Да, ты можешь пройти основную сюжетку и кайфануть от нее, но когда ты выполняешь побочки, в них раскрываются некоторые персонажи. Ну, без этого вообще никуда. Просто все эти задания, они, по сути, простые. И их вставлять в основную сюжетку... Ну, как-то не особо интересно разработчикам. Ну, то есть, представь себе, тебе в основной сюжетке надо вот такое сделать, как это задание. Не всем это понравится, не всем это по душе, и как бы не все могут прочувствовать. Ну, люди разные. Типа, тут что хочешь, типа, ну, хоть и при с бараном, тут ничего не сделаешь. Кому-то нравится, кому-то нет. Поэтому основную сюжетку делают максимально для всех, чтобы по минимуму было раскрыто персонажей, чтобы это вот это вот... Всего
не раздувать там на 4-5 часов для каждого. Поэтому дополнительные задания по-своему хороши для некоторых людей. Оберег счастливого обретения, оберег пользы. Способность, которая расходует решимость, вероятность 15% восстанавливает одну очку решимости. Способности, которые расходуют решимость. Какие способности могут расходовать решимость? Способность только ХП восстановить? И вообще, кстати, не знаю, что расходовать решимость. Короче, не нужно. Ладно, мать, давай. Моя комода не завершена. А что тут незавершенного-то? Его типа поджечь надо или что? Окей, сейчас подожгу. Что? Тис? Тис тоже вещь полезная, чего нет-то? Жаль, нельзя ускорить типа подъем, чтобы он так прям... Бру-ду-ду-ду-ду-ду-ду, прям быстро-быстро так. Фига вам высыла. Или мохнатого. У кого как. О! Плюс одно очко. Так. Что это нам дает? 21, то есть это не раскрыло всей вот это вот. Ну вы поняли. Так. О! Тренировочная площадка есть, отлично. Я что-то заметил. Я пропустил, что ли, да? Напишите, в какой момент я пропустил. Мне прям даже интересно. В два раза больше. А, куда наносит в два раза больше урона? Вот. Как бы давайте, да. Начнем. А слушай, я прям к площадке могу? Могу, смотри. А где он? А, я зашел и не заметил. Подозреваю, меньше мне надо в глаза долбиться. ЛБ, ЛБХ. Ну, первые три вообще легко. Так. Пять тоже, ну, нормально. Так, вот тут уже посложнее. А, чуть-чуть тулю прям не допилил. Я два раза А нажал. Нормально. Все пучком. Осталось три, да? Так, что у нас имеется здесь? Сразу три. Он уцелел в битве. Но как? Его там не было. Такой искусный лучник мог бы помочь одолеть монголов. Этим он и занимается. Он сражается вместе с новым учеником. Говорят, они дрались с монголами у Дадзё. Надеюсь, они продолжат. Сдрались. Ну как сказать, дрались. Дрался я. Не знаю, по мне так он очень мутный. Типа этот учитель. Так. Что теперь, куда пойдем? Что, может, это прикол? Добежим до сюда? Или как, или что? А, подожди. Подожди. Во-первых, ой, не так. Во-первых, я хотел за в алтарь даров сбегать. Мастер луков готова. Сделаем ваш лук прочнее. Короткий лук.
Давайте, да, докачаем его уже. Такому луку позавидовал бы Тадайори Нагао. Хорошо. Дары. Все. Ну, 100 припасов тоже хорошо. Не все так однозначно. Во-первых, давайте сбегаем сюда. Мне кажется, Шену на хвостал. Сделаем, чтобы там не было. Что место, откуда, по сути, мы, для нас открылся весь мир. Уже до того момента мы просто играли. Ну, в смысле, вступление было там махач с монголами, вот это вот все, потом убегали. Ну как же здесь красиво, а? Вижу. Я пока не понимаю, что я вижу, но я вижу. Так. Опа, место для Хоку. Хоку из Ариака. Ну, давайте. Сложим Хоку. Мы же еще те самые мастера Хоку. Оп, убежище. Так. Высится... У тихой воды. Отражение мира. Отражение мира, укрывая под сенью весь мир. Под крылом у природы в тени. Отражение мира под крылом у природы в тени. Все как-то несозвучно. Я тут еще и смысл должен быть. Тьма уступает яркому свету. Ну давай, ладно. Отражение, все дела. Крепко вместе стоим, не изгибаясь. Стремимся к вершине. Ну давайте стремимся к вершине, наверное. Отражение мира. Угу. Тьма уступает яркому свету. Угу. Стремимся к вершине. Концовочка так себе. Повязка защиты, отражение мира. Тьма уступает яркому свету. Стремимся к вершине. Где-то она золотой. Не, золотая мне не интересна. Так. И хочу вот это посмотреть, чтобы это не было. Вот это. И, наверное, на этом все. Господин. Мое имя Гэнхо. Угу. Я пытаюсь воодушевить людей. Значит, у нас одна цель. Я хочу напомнить людям о наших защитниках, о тех, кто пал у Комоды, но слов недостаточно. Знамена самурайских кланов — это символы великих воинов, которые отдали за нас жизнь. Напоминание, почему мы не должны сдаваться монголам. Благодарю за знамена. И... Я читал свиток с историей клана Адати. Там сказано, что родоначальников клана именовали великими строителями. Вы знаете почему? Они построили золотой храм Ариаке и маяки по всему острову. Господин Адати даже помог моему дяде укрепить наследный замок клана Симура. Разрушали они тоже умело.
Этим помогли покончить с мятежом Ярикавы. Кто бы мог подумать. Благодарю за ваш рассказ, господин. Прошу, примите этот скромный дар в знак признательности. Берегите себя. Какой знак? Заоблачная рысь. В этом седле вам покажется, будто вы летите по безоблачному небу. О! Так, ну у меня, по-моему, сейчас вот это. Запускай и использовать. Вы принесли знамена? Да, я принес знамена. Вы один из немногих выживших, кто мог бы поведать о самурайских кланах. Угу. Не откажетесь рассказать еще что-нибудь? Помню, несколько лет назад на меня напали разбойники. Я думал, что мне придется сражаться с целой бандой в одиночку, но внезапно мои враги развернулись и убежали в лес. Я оглянулся и увидел на холме знаменитых лучников клана Нагао. Их силуэты чернели на фоне неба. Разбойники знали, что воины этого клана берутся за лук, едва научившись ходить. Этой славы было достаточно, чтобы бой окончился, не начавшись. С тех пор я должен клану Нагао не один кувшин саке. Какая замечательная история, мой господин. Я поведаю ее всем. Молодец. Все мы ценим ваши труды. Спасибо. Берегите себя. Хорошо. Где бы вы ни были, судьба будет к вам благосклонна. Пускай будет, это ладно. Такое оно прям красивое по-своему. Так, что еще есть? Надеюсь, вы найдете больше клановых знамен. Я буду ждать вас. Хорошо. Так, а ты чё, птица? Ну что? На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Подписывайтесь на телеграм-канал, на группу ВКонтакте. Ссылки есть все в комментарии. Ой, все в описании. Всем удачи. Пока-пока. Опа.